Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, и для начала забежим с тобой быстренько в магазин. Бесплатно получим хил-бота. А если по-нормальному, то он называется ремонтный бот. Отлично, так. Но самое интересное, это, конечно же, наша армия, друзья мои. И, как видите, ракетный робот, да, получает у меня пятую топовую звезду. Ха, шикарно. Так, мы можем его прокачать, но пока не будем. Ребята, у нас есть персонажи, которых мы будем с тобой раскачивать. Ну, а вначале... Так, погоди секунду. Что у нас тут? Хэллоуин. Тыквоголовый. Но, к сожалению, ребята... Точнее, даже к счастью, тыквоголовый у меня есть. Он полностью собран. Так что я даже не пойду туда. Вот если бы был бы вот этот вот зомби, тогда бы я с радостью пошел бы. Ну, а так, пропускаем это событие. И идем с тобой на поле боя. И мы остановились с тобой. Это у нас терракотовая, да? Долина. Это у нас с тобой нефритовая долина. Так что, ребят, давайте проходить. Самурай, пес и ниндзя. Против этих охламонов я, наверное, выберу... А кого я выберу? Ну вот эта команда не потянет, я чувствую. Мы, наверное, с тобой возьмем... Топчики я пока не собираюсь. Блин, я не знаю. Давай попробуем вот этой командой. Тут у нас есть с тобой робот, да? Который щитобот, вот он. Есть у нас с тобой... Я уже забыл, как его звать-то, ё-моё. Доигрался, ребята. Я забыл, как величать, прикинь. Ладно, не имеет значения, потом посмотрим. Так, вызываем его. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, надо же, этот пес все-таки смог напугать, да? Блин, еще и ниндзя не хватало весь. Есть, пила сработала как надо. Молотильщик, конечно же, друзья мои, молотильщик его звать. Ну, это ж надо было забыть, а. Ну, бывает, друзья мои, ничего страшного. Ну, что у нас тут получается? Да, в принципе, все отлично. Ниндзя нам тут не помеха. Мы ее уничтожаем. Да, самурай может, конечно, встать в истерику. Но он этого не делает, а мы с тобой сейчас промнем ему базу. Замок будет уничтожен. Так, давай-ка, наверное, еще вызовем с тобой паладина. Куда ты побежал? Так, тихо, вот это мне не нравится. Вот когда вот ниндзя стоит, прикрытый всякими там бойцами, и сзади из-под тишка стреляет, это хуже всего. Ну, ты понимаешь, что здесь победа за нами уже, смотри. От замка ничего не осталось. Вот и все, делов-то на копеечку. Ну, а мы с тобой продвигаемся дальше. Так, мы с тобой проходим эту территорию, да, и дальше у нас будет с тобой следующий портал. Так, заходим. Это у нас с тобой третья локация. Черепаха, ниндзя и опять же самурай. Слушай, я думаю, ничего не стоит менять. Опять же выбираем с тобой эту команду и будем разносить. Тут всего лишь навсего добавляется какая-то черепаха-тортила, которая очень медленно перезаряжается и, ну, бомбит не кисло. Если выстрелить с толпой, да, она вся может полечь. Итак, щитобот у меня пошел. Естественно, молотильщик следом. А вот ниндзю я не вызывал. Ниндзя нам тут не нужна. Вот так вот. Так, давай еще одного молотильщика призовем. Ой, как прекрасно. Ты посмотри. Посмотри, что мы тут с тобой вытворяем, а. Так, давай-ка, наверное, еще возьмем немножко энергии. И еще немножко 500. Я вот думаю, может быть, нам призвать. Да зачем, в принципе, нам сюда вызывать друидку, если мы можем с тобой без нее справиться. Ну-ка, черепаха подбита. Денежку забираем. Ну и все, замку крышка. Друзья мои, замку крышка. Блин, этот отвлекает. Но все-таки всадник на журавле смог пробить, да, и попасть по замку. Ну что, сразу же идем на следующий бой. О, слушай, ну в принципе мы его можем законтрить, да. Наш щитобот должен сдержать натиск этого копейщика мелкого. Ну-ка, вот он бежит. Ага. Не тут-то было, парень. Как говорится, выкуси-ка. Ну, мы его еще и оглушаем.
Плюс я вызываю нашего молотильщика, еще одного щитобота, заморозка. Угу. Блин, жалко, она не на всех сработала. Очень жаль. Так, тихо, что тут происходит? Эй! Эй! Ну-ка, успокойся. Вот так вот. Опять ниндзя, а? Блин, вот она меня больше всего раздражает. Давай-ка вызовем с тобой паладина тогда. Блин, она выжила. Ты посмотри-ка, она выжила. Она мне напоминает чем-то Алапекс из ниндзя черепашек, да? Помнишь, она тоже там может выжить. Точнее, у нее удар там такой есть специфический, когда она превращается вот в это вот полено. Слушай, а что так быстро-то нас тут кромсают, а? Я не понял, что это за фокусы такие? Ниндзя совсем, что ли, страх потеряли? Считают себя бессмертными или что? Объясни-ка мне. Так, ладно. Наверное, нам пора с тобой друидку вызывать. Смотри, что происходит. Просто сминает все на своем пути. И это мне не нравится. Жесть какая происходит, ты посмотри. Давай-ка ульту применим. Что за дела-то, я не понял. Этот еще плакса стал плакать, а? Ну, естественно, ребята. Блин, почему пила не срабатывает? У нас времени 47 секунд, я не могу, ребята, здесь ничего сделать, ты прикинь? Не могу продвинуться. Их тут слишком много. Смотри, что творят. Нет. И я просто в шоке от этого. Я тебе серьезно говорю, я в шоке, что тут происходит. Ну-ка. Фух, ну 24 секунды. Это мало времени у нас. 20 секунд. Если только призвать друидку к нам на помощь. Ну пока она пойдет, пока она дойдет, ребята. Нет, тут не вариант нам выиграть. Прикинь, мы по времени с тобой сфейлились. Я сам немножко в шоке от того, что здесь происходит. Трындец. Так, вот тут уже нет смысла, ребята, играть. Тут только лишь ускорение. Я просто в шоке. Как мы так вот могли с тобой просто взять и позволить им нас сместить? Я не знаю. Да вот этот вот вонючий плакс, он все время ноет, блин. Когда встает, начинает махать своим мечом. Мы не можем через него пройти. А сзади, как ты видел, ниндзя из-под тяжка просто по нам стреляет. Ну ладно. Я сейчас выберу совсем другой отряд и устроим райскую жизнь. Так, ну этот отряд брать не буду. Я вот этих вот возьму. Да, блин, подожди, вот этих взял. Хотя голема я могу, ребята, вызвать. Да, он как раз будет против вот этих вот копейщиков. Дальше он будет вызывать ниндзю. А нет, самурай вышел. Вышел самурай. Так, ну, здесь мы будем с тобой тогда вызывать ниндзя. Ага, конечно. Раскатил глубежки. Мой ниндзя, по-моему, будет посильнее, да? Наверное, надеюсь на это. Так. Давай-давай этого пса валим. Молнии. Хе-хе-хе. Ну вот, вот и все, ребята. Практически победа у нас с тобой в кармане. Тут собаки эти плешивые. Так, еще одну ниндзю позовем с тобой. Когда у нас очень много ниндзя, ребят, мы с вами просто становимся непобедимыми. Потому что их достать никто не может, а они очень много наносят урона. Вот это плохо, когда вот кто-то пугается, ребята, из танков и уходит. Но здесь все ясно. Здесь никакого спасения ему нету. Да. И уничтожаем. Вот надо было так и брать сразу же, да, эту команду и разносить. Так, давай посмотрим, что у них на последнее приготовлено. Так. Угу, бог ветра. Ну, с ним, ребята, лучше не шутить. Вы прекрасно знаете, да, что мы уберем с тобой имбовую команду. Ну и начинаем разносить. Даже если он появится, мы сразу будем стрелять по нему ультой. Ну, где-то там, давай. Не хочет вылазить. Ну, поехал Ронин тогда мой. Опа, просто с удара этого самурая снесли. Вот это я понимаю, вот это Ронин. Смотри, что он творит. Смотри. Да, я был бы удивлен, если бы он один бы просто завалил бы замок. Так, а зачем
Зачем я вот это сейчас сделал? Ладно, фиг с ним. О, все, ребята. Два удара и замок рухнет. Ну, во, смотрите. Вот специально начинает истерику свою. Мы даже босса здесь не увидели. Бог ветра не решил высунуть свое рыло, да, как говорится, к нам. И мы с тобой проходим. Так, забираем сундучок нефритовой империи. Так, копейщики, все дела. И забираем награды. О, толкатель. Вот этот зомби, который нам нужен. И пагода. Ребят, мы переходим с вами в следующий портал. Здесь нас встречает нежить. Потом подданные. После подданных у нас роботы. Опять же захватчики. И опять нежить. То есть нежить повторяется, да? Два раза. Ну и как ты видишь, здесь голем, здесь банши. Слушай, ну в принципе юниты не дешевые. Можно в принципе вот этот отряд взять. Либо даже вот этот. Вот этим, наверное, мы с тобой попробуем. Все равно здесь очень много энергии. Так что надо его истратить. Хотя юнита у нас нет. Ну, есть самурай, в принципе. Он может нам зайти. Самурай плюс... Так, тихо. Я знаю, что самурай слабее будет этого голема. Блин, банша идет. Ребята сейчас будут кричать. Ё-моё. Так, а я успею, интересно, вызвать... Если я успею вызвать служителя тьмы... Блин, он стоит 350. Вот это я лопнулся, ребята. О! В истеричку впал, да, самурай? Вот это хорошо. Когда мой самурай впадает в истерику, это четенько. А когда вражеский, я очень недовольным становлюсь. Ну, в принципе, тут победушка за нами, согласись. Смотри, что происходит. Еще и служитель тьмы сейчас выйдет. Ну, все. Мы будем с тобой, естественно, отхиливать наши армии. Найс. Просто найс, друзья мои. Сейчас еще попробуем с вами вызвать одного тыквоголового. Ну и забомбить ему базу. Ай, красота. Я просто обожаю, друзья мои, когда вот так вот все происходит. Просто обожаю. Это, знаешь, белиссимо. Ну что же, двигаемся дальше. У нас с тобой второй будет поединок. Второй. Ух ты, прыгунок. Ребята, с прыгунком, конечно, лучше не шутить. Мы все прекрасно знаем, насколько он лют, прыгун. Блин, что же сделать-то? Взять вот этот отряд, может быть? Давай попробуем. Энергии, правда, здесь мало, но... Нам нужно контрить, контролировать с тобой этого прыгуна. Я знаю, что он, по-моему, первым будет выходить. Нет, что-то не то. Что-то все не то, ребята. Странно, почему так он решил сделать? Ну давай, ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, банша сейчас сделает G-крик. Она попадет по замку, верно? Нет, пока не достает, ребята. Пока не достает по замку. Отлично. Слушай, я, наверное, сейчас призову сюда. А вот и прыгун, ребята, вот и прыгун. Воу-воу-воу-воу. Слава богу, у меня была ульта. Она меня выручила. Против прыгуна, как ты видишь. Хочу друидку позвать. Да, друидушка, иди. Ага, вот он прыгунок. Сосунок. Сейчас мы его тут распетрушим. Вызываем паладина. Так, големчик опять тут разбуянился. Ненадолго. Так, мы что, будем применять ульту? Хотя зачем она нам нужна, если тут... И все. И все понятно было, ребят. Ну что же. Прыгуна мы с тобой пережили. Давай смотреть, кто у нас здесь будет. Ну, я тебе скажу одно. Когтистый — это не показатель. Так, квест завершили мы с тобой, тактик. Когтистого мы с тобой можем кем бомбить? Ну, в принципе, паладин неплохо его разбирает, да? И всадник на журавле. Но он тоже может наносить урон и воздушным целям, и наземным. Ты об этом, пожалуйста, тоже не забывай. Блин, нифига себе, с удара снес, ты прикинь. Просто с удара. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну-ка, что за дела-то? Заморозочка. Окей. Так, мне нужно, ребята, на друидку накопить. Желательно быстрее. Смотри, смотри, что делают. Когтистый вообще оборзел просто в корень.
Ага, вот и друидушка вышла. Ну все, ребята, теперь я спокоен. Идет, идет, собрал. Куда он собрался? Ты скажи ко мне, а? Вон, два когтистых. Ну-ка, всадник на журавле. Теперь еще вот так вот. О, все, изи. Молотильщик, ребята, выкинул свою пилу. Не понял, это что? Это враг был? А как он здесь оказался? Я не понял. Эх, карточку банши, ребята, пропустил. Ё-моё. А банши у нас, по-моему, прокачана полностью, да? По-моему, полностью, так что ничего страшного. Ну, давай, друзья мои. Уничтожаем. Все. Продолжить. Так, ну что у нас тут получается с тобой? О, квест завершен. Защита лучше нападения. Так, уничтожить 20 врагов с помощью своей башни. Это мы сделаем. Так, посмотреть 3 видео. Лежебока. Дружественный визит. Завоеватель. Одержи победу в битвах на 15 аренах. Заманчиво, конечно. Так, друзья мои, ну что, у нас с вами предпоследний бой. О, служитель тьмы, прыгун. Так, секунду. Давай-ка подумаем хорошенько, что нам лучше сделать. Если я возьму этот отряд, а как я буду прыгуна контрить его? Там не выдержат. Вот этот, в принципе, отряд неплохой. Давай попробуй-ка им. Тут есть ниндзя. Ниндзя, в принципе, неплохой урон наносит именно прыгуну. Единственное, что должно быть так. Танкуля идти. Сзади должна стоять ниндзя. И прыгун не должен через него перепрыгнуть. Об этом не забывай. Богиня солнца здесь не особо... Опа! Не особо сыграет нам большую роль. Тихо, тихо, ребята. Идет, идет прыгун. Ты знаешь, что я сейчас буду делать. Так, и вот так. Ну! Фу, хватило запала, ребята, выдержать атаку у нашего голема. От прыгуна. Где-то круто. Так, ну он сейчас будет 100% еще вызывать, наверное, да? Так. Слушай, что-то не вызывает. Что-то он не вызывает. А по идее, как бы должен был. Вот он. Вот он, ребята, прыгунчик. Так. Но он не стал истерить, и это хорошо. Это хорошо, что он не стал в истерику выпадать. Так, големчика тут мы с тобой разобрали. О, служитель тьмы. Недовыпендривался. А все, ребята, мы замок ему разносим. Его уже здесь ничего не спасет. Я считаю, что очень классно мы с тобой двигаемся. И... Так, в магазине мы с тобой все собрали? Да, вот именно вот эти три видосика нужно глянуть. Тогда мы получим с тобой гем один. Так, ну-ка посмотрим. Последний, ребята, этапчик у нас здесь. Занежить. Я, наверное, ничего не буду менять. Оставим все как есть против вот этих ребят. Я думаю, зайдет как никогда. Ниндзя, кстати, тоже хорошо справляется против когтистых. Когтистые до нее не достают, а ниндзя достает. И сами по себе когтистые ватные. Они его только берут за счет того, что у них очень большой размашистый удар. А так, сами по себе, они вообще не алло. Вот как он может вызвать за такой короткий промежуток времени сразу же голема и банши? Он не мог бы накопить столько энергии. Вот поверь мне. Мне нужно какое-то определенное количество времени, чтобы вызвать и того юнита. А он сразу их двоих вызывает. Это нечестно, ребята. Это просто-напросто нечестно. Так, вот служителя тьмы тут мне только, блин, и не хватало. Так, давай, ниндзя, 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 ушатываем. Так, этого тоже. Вот это вот. Вот это вот я терпеть не могу, когда он свою голову выпускает, и она наносит урон. Напоминает чем-то удар нашего этого феник. Что? Ё-моё, а я забыл, что здесь... Давай, 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 давай. Я забыл, что здесь босс, друзья. Вот это да. Ты прикинь. Я совсем забыл, что здесь босс. Дед, но мы его так быстро с тобой забомбили за счет наших ниндз. Круто. Слушай-ка. Ничего себе я глюканул. Да, ребята. Ну, как ты понимаешь, мы с тобой прошли. Сундук нежити получаем. Так, вот этих вот мы с тобой копим. Сколько вообще мне нужно их еще, чтобы прокачать на фулку? Давай глянем. Так, зачем я в магазин зашел, скажи ко мне на милость. Это нужно зайти нам с тобой... Вот сюда. Нет, нифига. А, хотя, подожди. Нежить, да, нам нужна. Так, а где мы с тобой можем просматривать? Я уже забыл. Квесты, закроющие армия. В армии, конечно же.
Так, 805, ребята, еще нужно 200 карточек. Ну, 195, чтобы быть точнее, для того, чтобы прокачать его до 5 звезды. Вообще у нас с нежитью, по-моему, вообще самый топчик идет. Блин, тут когтистого еще прокачивать. Призрака. Так, ведьму, кстати, нужно прокачивать. Крипту, пряничный домик. Слушай, ну есть еще над чем, ребят, стараться есть. Тут тоже у нас есть над чем попыхтеть. Кстати, вот смотри, за нежить сколько, да, дают? И сколько дают за роботов? Вообще не алло. Вот могли бы сюда бы добавить очень много новых бойцов. Ну что это такое? Роботы вообще как бы ущербные получается. И эти, кстати, тоже. Да, нежить, по-моему, вообще самая укомплектованная, так сказать, армия. Ты посмотри. У них только башен сколько? Раз, два, три. Только три башни, а у остальных, по-моему, у всех по одной. Ну, две вот здесь, вот две. Да? А вот еще рыцари, ребята. Рыцари тоже более-менее укомплектованы. То есть рыцари и нежить. А вот эти вот остальные расы, ну, вообще слабенькие. Я бы на месте разработчиков бы сделал бы следующее обновление по роботам. Раз уж они идут по порядку, да, люди укомплектованные, потом идут нежить. Следующие должны, по идее, быть роботы. В принципе, тут и ячейки как бы готовы для этого всего дела, видишь, да? Они везде готовы, но почему-то они не спешат с новыми персонажами. Ладно, ничего страшного, подождем, потерпим. Так, ну что, друзья мои, у нас с вами следующий бой, следующая локация. Это Долина Подданных. Паладин и Грифон. Паладин и Грифон. Ну, здесь, наверное, мы с тобой возьмем... Ну, вот этот отряд, я думаю, должен справиться. Потому что Паладин... Дорогой юнит. Грифон тоже дорогой, но... Но Грифон летает. И сдержать нам его будет очень трудно. Очень трудно. Это если брать железноголову. Не знаю, ребят. Вызовем, наверное... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, предположим, да? Теперь я возьму тыкву-голового. Фигня получается, ребят. Не справится он здесь. Он не справится здесь. Ну-ка попробуем так сделать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Слушай, фу, хорошо, что не было этого феникса жаркого, да? Который мог бы нам сейчас нанести столько урона. Так, еще один тыкву-головый, ребята, выходит у нас. Слушай-ка, по-моему, да, первый бой мы с тобой довольно легко пройдем. Судя по тому, как тут все у нас выходит, и замок рушится. Изи. Но это был первый бой, не забывай об этом. Сейчас переходим с тобой на второй и посмотрим, кто здесь прибавится. Жрица. Не было печали. Жрица. Ну, жрица чем, ребята, для нас хороша? Тем, что она не может атаковать. Она может хилять, но хиляет она очень-очень серьезно. То есть у нее самый, наверное, большой отхил среди всех вот этих вот лечащих юнитов. По-моему, у нее самый большой. Так что, друзья мои, давайте выпускать в первую очередь самурая. Дальше, как всегда, вызовем тыкву. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Карты мне все, ребята, сбили, по-моему. Да, карты мне сбили. Сейчас уничтожит, да, тыкву-голову мне. Ну да, так и вышло. Так, выставляем с тобой. Слушай, это мне как-то поможет? Нифига, ребят, не прикинь, она неужели так... Нет, все отлично, пока все нормально. Так, ты, главный жрец, захиливай моего рыцаря, будь добр. Лишь бы он успевал, лишь бы, ребята, он успевал. Так. Пробуем уничтожить Грифона. Лишь бы он только не полетел своим фениксом. Ясным пламенем. Ну, ты видишь, как она захиливает, ребят? Нет. Твою же налево. Так и думал, что подобьет мне, а? Ускорение. Окей. Так, Грифа, давай падай уже, хорош там выпендриваться. Он еще и под щитами стоит. Смотри, делаш нашелся мне. Ну. Да хорош, ну ты издеваешься, что ли, надо мной? Я постоянно попадает по моему этому служителю тьмы. Постоянно.
Может, хватит уже, а? Ну, давайте, ребята, уничтожаем замок. Все. Удачно. Долго, но удачно, ребята, получилось у нас. Блин, ну жесткие, конечно, жесткие вот эти вот враги. Оу, фехтовальщик. Если брать из всех этих юнитов, для меня в данный момент проблематичным, это именно фехтовальщик, потому что он дешево стоит. Как боец он очень много наносит урона, причем он очень очень быстрый. Очень быстрый. И вот тут я не знаю, сможет ли мой... Ты посмотри, как он шустро бомбит, а? Так, ладно, мы здесь его вынесли. Так, тихо. Блин, ну ты посмотри, что творит, а? Сам видишь. Так, давай-ка, наверное, корни с тобой выпустим. Так, тыквоголовый, давай, родной. Ага. Так, вызов завершен. Защита, лучшее нападение, это хорошо, что мы его выполнили. Давай, наверное, вызывай с тобой служителя тьмы. Будет немножко нам хилять нашу армию. Против паладинов это как раз то, что нужно. А фехтовальщик не любит, ребята, вот именно дальнобойную, как говорится, технику, да? Наших вот этих тыквоголовых. Они очень хорошо по нему наносят урон. Так, тихо. Замочили. Слушай, мы уже, по-моему, начинаем наносить урон замку. И это прекрасно. Это прекрасно, на самом деле. Да, тыквоголовые наяривают вообще жестко. Все. Разобрались мы с этим противником. Слушай, а мы же кого-то с тобой прокачиваться собирались, да? Ну, давай посмотрим, кто у нас тут стоит. Слушай, а тут... Тут все прокачаны. А кого же я тогда собирался поднимать по уровню? Если честно, я и забыл. Нет, мы, конечно, можем с тобой зайти вот сюда, вот в армию. И глянуть. Так, уровень 39, на сотый, 67. Так. Давай посмотрим, что у нас тут у нежити. Слушай, а что если нам с тобой призрака прокачать, нет? Не хочешь? А было бы неплохо. Так, 37 уровень, 64. 51. 49, да? Тут получается 70. Вуджена. 42. Так, 29. 58. Слушай-ка, да-да-да-да-да, я, кажется, вспомнил. Ну-ка. Слушай, ну 82 уровень. Это что-то, ребята. Мы его, кстати, неплохо прокачали. Остается всего лишь 18 уровней поднять. И он будет топчик. А вот здесь вот меня немножко смущает. Грифон плюс маг плюс жрица и паладин. Такая отборная довольно-таки компания на нас сейчас двинется. Как быть-то нам? Даже я, честно говоря, пока не знаю. Сейчас, если Грифон прийти первым, будут некие проблемы у нас. Но он вызвал паладина. Слушай, ну если он вызвал паладина, я тогда вызову тыквоголового. К этому времени созреют у нас корни. Понятно. Все, ребята, сбили мне всю мазу. Это жрица сбила. Нет! Не надо только мага сейчас, ё-моё. Ну не так, по крайней мере, быстро. Я не собирался, я не подписывался на это. Блин, пробейте этого паладина, а. Давай еще одного тыквоголового призовем. Пока, ребят, не поздно. Блин, этот маг там наносит столько урона, а. Посмотри. Так, грифон. Так, молодец, самурайчик, упал в слезы, как говорится, заплакал. Вот, совсем другое дело. Совсем, друзья мои, другое дело. Мы их там прижучим. Ха-ха-ха. Ураганчик нам, кстати, здесь на руку сыграл. Очень сильно. Ну-ка. Грифу уничтожать надо. Так, ну, может быть, мы его захомутаем? Да, мы его захомутали. Но это временно. Смотри, что происходит. Просто жесть, трэш там какой-то. Мясорубка. Грифон, отдуплись.
Твою ж налево. Все... Вот как ни крути, он все равно, ребята, попадает по моему служителю тьмы. Ну, видимо, у него такая дистанция. Так, ну и у нас последний с тобой бой. Здесь епископ. Ну, ты знаешь, да? Против него мы выбираем свою топовую команду и начинаем рвать. Так, что, вызовем, наверное, в первую очередь нашего Ронина. Пускай бежит. Это вот вообще ему как орешки. А, мы даже пешком вышли, к сожалению. Так бы его рубанули бы сразу же. Чикс, все. О, паладин. Ай-яй-яй, как некрасиво получилось. Стоп, 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 секунду. Так, ладно, паладина мы порвем. Заморозочка не сработает, да? Понятно. Да, грифон-то получается посильнее. А нет, хотя на равных. Да что за дела-то тут происходит? Я не могу понять. Почему мне... Блин, теперь маг тут еще будет нервировать меня. Я бы на самом деле бы применил бы ульту и все. Но я жду, когда выйдет этот епископ. А он должен уже скоро выйти. Ну, все. Заморозка. А вот, ребята, и епископ. Поехали. Был и не стало его. Вот так вот мы с тобой и разбираемся с этими непрошенными гостями. Давай забирать с тобой награду и переходить уже на следующий бой. Так, что нам здесь выпадет? Сундук подданных. Ну, эльфы выпали, эльфы. И у нас, ребята, завод роботов. Блин, толкатель. И бомбер. Толкатель и бомбер. Ладно, я попробую вот этой командой. Толкатель и бомбер. Чем опасен толкатель? У него очень большая зона поражения. Если он подойдет вот сюда, вот, да, и сделает свой толкающий взрыв, он нанесет повреждение по моей базе. И то, что мы с тобой, например, вызвали голема, да, это не говорит о том, что он его не сможет оттолкнуть. Он его очень даже сможет оттолкнуть, подойти и сделать еще один такой удар. Секешь, да, о чем я? Ну, здесь пока нам повезло. Нам пока с тобой здесь везет. Есть еще ульта. Так, давай-ка применим ее. Может быть, застанем. Так, накрыли. Так, вот бомбер еще этот паршивый. Все, мы его уничтожили. Слушай, ну, здесь нам повезло. Первый бой довольно неплохо у нас получился. Мы уничтожаем ему замок. Есть контакт. Так, ну, толкатель плохо, когда будет с ним физрук. Да? Тебе не толкай. Репульсор здесь. Ну, репульсор ничего особенного такого не сделает. Да, он может отталкивать наших бойцов тоже, да? Как бы, типа, своими боксерскими перчатками. Но это не критично. И сам по себе он ватный, этот репульсор. Так что давай начнем, наверное, с голема. Он, как видишь, вызвал бомбера. Это нам не страшно. Так, давай вызовем жабу. Вот, видишь, как он далеко толкает. А у нас в отхил как раз упал голем. О-о-о-о-о-о. Так, тихо-тихо-тихо, ну-ка, молнии. Есть, отлично. Слушай, тогда нам повезло, мы взяли преимущество за счет грозы, плюс ураганчик был. То есть сам видишь, что происходит. И разрубаем ему просто-напросто замок. Отлично, и карточку получаем. Слушай, я рад, я этому очень рад, потому что мы с тобой очень быстро подвигаемся. Третий уровень. Молотильщик прибавляется, ребят, нам нужно взять... А давай вот этот отряд... Тоже молотильщик есть, да? Будет паладин. Щит там бот. Ладно. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, родной. Давай-ка прикрой тылы. А? Другое дело. Так, нам нужен с тобой будет паладин еще. Нам нужен с тобой паладин. И всадник на журавле. Всадник, ребят, на журавле нам тоже здесь очень сильно понадобится.
Потому что если начнет вот этот вот бомбер тут буянить, всадник на жерле только сможет противостоять. И не забывай, что здесь еще у него молотильщик есть, который любит по земле выпускать свою пилу. Видишь? И в этом случае только лишь всадник на журавле может выжить. Ну, некоторые бойцы тоже, но они получат приличные повреждения. А всадник на журавле не получит никаких вообще повреждений и будет дальше бомбить и атаковать. Побед за нами. Все. Ну что же, остается два последних боя. Именно на этой локации. Так, кто у нас тут? Абсолютно ничего не поменялось, и мы с тобой берем вот этот отряд. Блин, Джаггернаут, как же я хочу, чтобы Джаггер у нас уже прокачался все-таки на пятую звезду. Как он долго качается, ребят. Карточки на него не выпадают, вот и вся проблема. Так, он 250 энергии стоит, да? 250 энергии. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо-тихо. Репульсор, куда ты погнал? Нам надо будет баллисту с тобой позвать. Ух, баллиста-то, конечно, тут будет наяривать, видишь? Кого я вызвал? Блин, я же... Не то, ребята, не то я вызвал, блин. Вот это плохо. Еще и бомбер. Давай клетку, короче, ставим. Может быть, хоть как-то нам это поможет. Нам помогло. Нам это, ребята, помогло. Так, Джаггер идет. Блин, толкатель. Толкатель сам по себе очень жирный, понимаешь? Его так просто не пробить, ребят. Он, видишь, со своими прыжками тут. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Баллисту, баллисту. Есть. Фух, не успела она здесь ничего натворить. Грифончик полетел у нас. Ну, грифа на месте. Все, ребята. Уничтожаем ему замок. Карточка на бумера. На бомбера, точнее, выпала. Энергии маленечко. Так, ну что? Я думаю, вариантов здесь у врага нету. Только сдастся. Да, он сдался. Ну что же, а мы двигаемся с тобой дальше. Последний у нас, получается, сейчас будет бой. Кто здесь босс? Йо, просто термина. Лучше, ребят, конечно же, гасить нашей имбовой отрядом. Так, ну что, копим энергию. Начинаем, как обычно, Ронин. Мак-рыцарь. Слушай, давненько я не вызывал ведьму. Даже прыгуна давненько не вызывал. У меня только Ронин в основном работает. И мак-рыцарь. Пора, наверное, вот так вот поменять немножко, да, нам с тобой стратегию. Ну-ка, Ронин. Нет, не бежит. Ронин обленился. Ладно, я пока не буду, ребят, спешить. Я подожду, когда появится этот термин. И тогда начнем с тобой уже тут буянить. Толкатели, все дела. Ты посмотри, посмотри, идут. Делаши тоже мне тут нашлись. Давай, давай. Вот он, красавчик, поехали. Ты серьезно? Мы его даже, ребят, по-моему, быстрее разнесли, чем этот луч у меня сработал. Такой он сейчас ватным стал. Ну что же, а мы с тобой переходим на следующий эпизодик. Так, давай мы сюда заберем с тобой сундук роботов. Угу, ремонтный робот, ядерный робот, отлично. Территория, друзья мои, захватчиков у нас. Блин, страж плюс жаба с пушкой. Так, у нас с тобой энергия вот здесь есть. Давай возьмем этот отряд. Блин, жаба с пушкой плюс страж. Довольно недешевые карты у него. Но страж, он очень сильный. Очень сильный. Его очень долго и сильно надо пробивать. Плюс еще жаба с пушкой там у него будет сзади, да, идти. Без ниндзя нам, ну, никак тут не обойтись. Ну, никак просто. Ай-яй-яй-яй-яй, даже я боюсь, нам и ниндзя здесь не поможет. Хотя, отхилы, да? Там было вроде бы как отхиливание. А ну-ка, молнии. Есть. Слушай, может быть, все-таки шансик у нас с тобой есть.
Да не то, что есть, а и будет, ребята. Даже если он сейчас стражи будет вызывать, мы все равно его завалим. Тут уж еще БФГшка у меня бомбит. Все. Ну, прекрасно. Что я тебе могу по этому поводу сказать? Просто идеально. Зашло и вышло. Сделали все, что смогли. И отлично. Так, вторая миссия, ребята. Вторая миссия. Смотрим, где у нас с тобой энергия. Так. Тут очень много. Тритон. Тут тритон. Ну, что мы можем? Тритон, конечно, боится баллисты. Он вообще боится ближнего и дальнего урона. Он вообще идет как бы саппорт, помощник. Должен стоять сзади всех. Но так как мы танков вырубаем в первую очередь, этот тритон попадает под раздачу. Причем под немилую раздачу. Ну что же, давай. Он вызвал стража. Сейчас не удивлюсь, если тритон появится, который будет бафать эту командочку. Ну-ка, баллисточка, накажи вот этого. Ну да, вот он и тритон, друзья мои. Кто бы, блин, сомневался. Так, у нас клетка. Уничтожим с тобой этого стража. Выпускаем грифона. Это, ребята, клетка, по-моему, будет здесь до последнего, пока не уничтожит врага или пока его не спасут. Так что вот эта вот ульта очень даже неплохая, согласись. Так, заморозочка. И еще ускоряшка, ё-моё, все, ребята. За счет ускоряшки мы, конечно, тут за 3 секунды разнесли ему замок. И переходим на следующую локацию. Так, третья. Упс. Твою ж дивизию. Блин. Вот. Попробуем этим отрядом, ребят, потому что здесь бородавочник. Мы же все прекрасно знаем, что делает бородавочник. Появляется и разбегается. И наносит очень большой урон. Поэтому надо вызывать, наверное, мечника в первую очередь, да? Рыцаря вызовем. Потом самурая по возможности. О-о-о, вот я тебе про это и говорил. Видишь, что творит? Вот так вот, друзья мои. И наносит урона-то немало. Посмотри. Ё-просто, что он вытворяет, а? Просто одного за другим сносит. Фух. Вроде бы отделались. Дай-ка я замедляшку поставлю туда. Пускай они там стоят в этих корнях. Так, давай, наверное, еще вызовем с тобой, да? Вот так. И вот так. Блин, как мало наносим урона. Ему вообще любой юнит наносит мало урона. Посмотри, какой живучий этот страж. Очень жесткий чувак. Ну, окей. Давай еще одного самурая позовем. Заморозка. Плюс корни. И ускоряшка. Ну, это уже другой разговор. Да, даже через ускорение. Прикинь, мы с тобой не завалили сразу же. Трындец. Просто трындец. Ну что, мы идем с тобой дальше. Предпоследний раунд у нас. Нет, ну нафига сюда вставлять хищница. Придется мне использовать, друзья мои, наш имбовый отряд. С хищницом, ну тут лучше не шутить. Тут будет, естественно, у нас с тобой выходить либо Ронин. Упс, тихо, тихо, тихо. Ждем, 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 ребята, ждем. Бегай, вызываем. Опа. Вот так вот, чтобы не рыпался. Так, наверное, он сейчас еще одного. Ну, тут все, все прекрасно и ясно. Что у нас тут будет происходить. Так, Ронин, давай, родной, еще вызовем тебя. Погнали. Ульта. Конечно же, ульта. Стоп, что-то не то. Хотя, не, нормально, нормально все. Ну, добили. Добили мы с тобой. Ну, и последний этап на этой локе. Что за босс? Смотритель. 87 тысяч хп у него. Ладно, придется мне все равно брать имбовый отряд, потому что здесь хищнец будет. Хищнец, будем его контролировать с помощью Усаги и нашего мага-рыцаря. Можно, конечно, попробовать и... Оу, я совсем забыл. Смотри, прикинь, он вышел медленно. О, тихо, 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 тихо. Блин. Фу, успел.
Успели мы с вами, блин. Вот так вот лучше не рисковать, ребят. Ну давай, давай. Ульта. Так. Наверное, сейчас Родина один здесь справится, да? Ну да, практически один и справился. Отлично. Отлично, друзья мои. Ну что, забираем награду. Что вы там нам подсунете? Оу, спасибо. Теперь нам на 11, ребята. Подожди, а еще нам на 11? Мы же его проапали, точнее, прокачали полностью по звездам. Нам нужно уровень. Да ведь? Да, уровень. Так, ну а мы, тем не менее, ребята, перемещаемся с вами на зомби-территорию. И у нас тут зомби-камикадзе, суицидник и обычный зомби. А вот как мы это будем сейчас с тобой контрить, я не знаю, ребята. Да-да-да, именно вот из-за этого, что мне никак не... Трындец. Мне никак не... Никого не поставить против вот этого зомби. Понимаешь, да, о чем я? Да ну, это все фигня. Это все фигня, ребята. Оу-оу-оу-оу. Ты посмотри. Да. Дело дрянь. Что же мы тогда можем с тобой здесь замутить? Какого юнита? А, мы можем с тобой поставить улитку. В принципе, да? Улитка же у нас прокачана с тобой или нет? Зомби. О, успел взять. Давай-ка мы посмотрим. Раз этот зомби выходит, мы с тобой тогда тоже можем контролировать его. Так, секунду. В этой армии, где у нас улитка, ползун, называй его как хочешь, а смысл от этого не меняется. Погоди. Ползун, ползун мне нужен, эй. Да ну, быть такого не может. Что, хочешь сказать, что его здесь нету? Можно мне... Да не надо мне, вот, все бойцы. Так, смотрим. Да что за бред? Он у меня что, в другой команде, что ли, стоит? Или где он? Я не понимаю. Так. Давай зайдем в армию. Улитка, он, по-моему, за захватчиков, да? Вот он. Он имеет 4 звезды. 4 звезды, да? Блин, 4 звезды. Ползун. БФГ вижу. Вижу чумную мышь. Толкатель, жаба. И, ребят, я по ходу дела вообще слепой, я не вижу его. Когтистый. Так, крестьянин. Вот он. Вот он, друзья мои. Так, уберем, наверное, мы с тобой отсюда грифона. И вот так вот. Соточку стоит у нас ползун. Друзья мои, соточку. Максимальный уровень, поехали. Посмотрим. Не-не-не-не-не, я еще здесь не закончил. Посмотрим, сможет ли наша армия с помощью ползуна выиграть. Все зависит от того, сколько он наносит урона. Нет, 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 да. Паршивец, я тебе скажу, этот ползун не мог справиться с каким-то зомби. Трындец. Так, ну подожди, а кого же мы тогда можем поставить? Кто еще может противостоять этому? И именно из... Блин, да у нас энергия сейчас закончится, вот и все. Просто закончится энергия. Я могу предложить... Так, может быть, где-то накопилось? Нету пока. Ничего нигде не накопилось. Ну, я не ожидал, конечно, от тебя, ползун, что ты вот настолько вот, ну, вата. Даже не мог зомби подбить. Пи. Трындец. Ну, а мне больше не ставить-то никого. Больше... Вот могу только зомби вот этого. Слушай... А, так он же опять же срабатывает. Нет, вот этого можем взять, кстати.
А давай-ка посмотрим, как пришелец. А, он 225 стоит. Нет, не годится. Слизень. Маг 350 вообще. Ну, тут уже, ребят, 350, там уже заоблачные такие цены. Воблер. Ну, его распишут быстро. Фехтовальщика можно было бы, но он не прокачанный, опять же. Ну, кого? Кого? Скажи вот мне. Видишь, ползун не справляется. Может быть, жабус... Жабус... Давай попробуем. А жаба с пушкой у нас, по-моему, имеет 3 звезды. Ну, так, подожди, не то. Не то. Ну, тем не менее, просто хотя бы проверим, сможет ли справиться или нет. Стоит он немножко подороже, 125 энергии. Сейчас проверим, ребят. Вот я его вызову. Ну. Эть. Эть. Нет, 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 нет. Это все бред полный. Вот так вот, друзья мои, делайте выводы на будущее. Если у тебя нету вот на такой короткой дистанции какого-нибудь топового танка, мечника, рыцаря, не имеет значения, чтобы он просто мог противостоять им, то вот так вот будешь фейлиться. И тут только один вариант. Естественно, моя топовая команда. Ну, она сейчас разнесет всех. Блин, энергии больше нигде нету. Да, она разнесет всех. Это тут, конечно, без проблем. За счет чего? За счет того же самого Ронина, ребят. Ронин стоит 175 дамага у него. Столько, что хватит на 20 таких зомби. Сколько бы он сейчас... вот здесь похуже, конечно, да. Здесь он фейлится. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай. Ронин, 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 Ронин. Отлично. Вот. Ну все, если я вызвал здесь, хотя этот Квазимода, да. Он... Так, у нас ульта уже созрела. Мы можем вызвать сюда уже чумную мышь. Опять же вызвать Ронина. Он идет не спеша. Ну тут сам понимаешь, уже все, ребят. Замок будет уничтожен. Тем более через отражение. Нет, это, конечно, все хорошо, но... Давай задумаемся с тобой на будущем, что нам нужно найти хорошего танка, дешевого и очень сильного. Так, а пока я пойду на арену. На арене нужно, ребята, нам взять... А, у меня энергии нету. Вот тебе и приплыли. Вот тебе и приплыли. Ну что, дорогие друзья, тогда на этой ноте мы будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!